Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Ну что ж, хотите выглядеть эффектно, хотите выглядеть неотразимо, тогда внимание! Алена, презентуй. С большим удовольствием. Итак, внимание, барабанная дробь. Новинка от нашего любимого бренда «Одевайте». Костюм «Сказочный цветок». Вы понимаете, что получаете выгодное вложение, потому что и брюки, и туника идут в комплекте, и вы можете носить их как вместе, как готовый дизайнерский образ, а можете распарить. Не будем забывать о том, что «Сказочный цветок» — это о принте. Он особенный, контурный, глиттерный, и он внесет яркую такую нотку в ваш образ. Более того, здесь у нас использован 100% хлопок, приятный, комфортный, с меланжированной нитью, поэтому такая туника строится под самые нестандартные формы, и вы будете ощущать себя стройной и приятной, в плюс, потому что еще конструкция у нас продумана с глубокой проймой и максимально комфортным подстройкой под разные типы фигуры, да, потому что мы всегда очень внимательно относимся к выбору тех нарядов, которые представляем в наших эфирах. Это точно. Мы очень внимательны еще и к выбору цветов. Мы предлагаем самые трендовые, самые красивые цвета, которые подчеркнут природную красоту наших зрительниц. Вот сейчас в твоих руках какой цвет, Алена? Этот цвет называется хаки, приглушенный, зеленый. Цвет трендовый, цвет актуальный в предстоящем модном сезоне. Я же выбираю для себя оттенок синий. Вот не могу ничего с собой поделать. Мой любимый, один из любимых цветов, цвет неба, такой, знаешь, нежный, такой легкий. Точно. Я знаю, что очень многие женщины просто обожают его. Ну и, конечно, у нас есть глубокий фиолетовый. Посмотрите, пожалуйста, на нашу красавицу Танюшу, как она великолепно выглядит. И ты видишь, золото и красные такие карминовые оттенки легко встраиваются в такую сложную палитру. То есть говорит о том, что наши дизайнеры бренда «Одевайте» позаботились о том, чтобы все сидела и смотрелась идеально. Абсолютная новинка телеканала Shop & Show, и это натуральный хлопок. Это дыхание вашего тела. Ой, какие осязательные ощущения, друзья. Вы только не можете себе даже представить. Но и самое главное, это две вещи. Ален, вот сегодня мне нравится размерная линейка. Она сегодня у нас от 44 до, напомните мне, до какого? 56. Да. И сегодня, перебью тебя, и хрупкие женщины, и роскошные женщины могут себе такой красивый костюм подобрать. Знаешь, подойду к тебе, хочу вот что показать. Берем мы четко размер в размер, вы уже знаете, что если у нас два предмета, берем по большему своему размеру. Бедра больше, чем по бедрам. И что хочу сказать, посмотрите, у нас брючки особенные. Мало того, что резинка ваша любимая, она прострочена, она не будет перетягиваться. Есть небольшая кокетка для максимальной, для оптимальной посадки на самые разные типы фигур. На пышные бедра, на тонкую талию, на отсутствующую талию, да, неважно. Вот такая конструкция садится чудесно. Плюс высокая посадка гарантирует, что когда вы будете садиться, двигаться, белевая линия будет закрыта, значит, вы будете чувствовать себя максимально уверенно. Комфортно и безопасно. Да. Комфорт, безопасность и, конечно, красота. Милые дамы, вы только посмотрите, в таком костюме вы будете звездой, вы будете в центре внимания ваших родных и близких вообще. Да, вот что еще нужно женщине? Мы все хотим быть самыми красивыми, да? И в таком костюме мы такую мечту воплотим в реальность. Звоните сейчас, бесплатный номер телефона на ваших экранах. А я видела очень много принтов за свою жизнь и за опыт своей работы, но этот принт превзошел вообще все. Да. Он какой-то невероятный. Ты, Алёнушка, абсолютно права. Вот я как художник сразу же оценила красоту. Во-первых, он очень сложный, и могу сказать, что выполнен на очень дорогостоящем оборудовании, потому что это не красота. Краска, это глиттеры, это тонкие контуры, которыми рисовать гораздо сложнее. И посмотрите, вот я принесла свой небольшой эскиз. Это ты сама сделала? Да. Вот тут я рисую тоже контурами перламутровые, а вот он глиттер, видишь, он переливается. Вот я создаю такие эскизы для вечерних нарядов, для тех нарядов, которые будут блистать на конкурсах красоты. И посмотри, пожалуйста, вот те же самые линии, да, тот же самый глиттер с переливом используется и в данной модели. То есть это говорит о том, о чем? О том, что вы и дома можете позволить себе роскошную, потрясающую дизайнерскую модель. И ты знаешь, тут даже сам рисунок не случайен, потому что вот такие цветы, ростки в славянской культуре, как культуролог могу тебе сказать, это символ женского счастья. Вот если вдруг у вас нет супруга, вы его обязательно найдете. Конечно. Это хорошо, мы к этому вернемся обязательно. Но, Ален, вот ты показала глиттер, а что с ним будет, если мы будем его тереть, стирать в стиральную машинку? На самом деле, абсолютно.
абсолютно ничего с ним не будет, потому что он закрепляется очень высокими температурами и давлением. Он фактически запаивается в ткань. Смотрите, я могу его тереть, у меня ничего не остается. Я могу его очень сильно вот так вот нещадно помять. Абсолютно не осыпается. Вот это то изделие, которое вы можете постирать со своими обычными вещами. Не получится так, что у вас весь гардероб будет в блесках. То есть это произведение искусства, за которым легко ухаживать. Итак, друзья, вот этот принт волшебный, который вы видите на ваших экранах, относит нас к сказке. И представьте, как вы наденете этот волшебный, магический принт. Это буквально оберег, который сразу притянет к вам и удачу, и счастье, и богатство. Кто мечтал устроить свою личную жизнь в таком принте, да? Обязательно все случится. Ален, вот опять же, ты говорила, что есть в составе хлопок, и все вещи ощущаются по-разному. Так? Что да, абсолютно верно. Здесь у нас 50% хлопка. Для чего? Для того, чтобы костюм не вытягивался, не деформировался. И мы видим здесь такую легкую меланжированность за счет того, что используются тончайшие нити. Посмотрите, с одной стороны, такое полотно все-таки тянется, но при этом обладает хорошим возвратным эффектом. Потому что нам очень важно, чтобы при такой легкости, при такой вот, вот приятных таких осязательных ощущениях, наш костюм все-таки не потерял своего привлекательного внешнего вида, потому что мы носить его будем постоянно, стирать будем часто. Поэтому нам важно, чтобы было максимальное качество, и мы, и производитель это гарантируют. Я хочу тебе сказать, что наши зрительницы уже оценили качество этого костюма, потому что разбирают сразу все три цвета, потому что это цена, которая восхищает и удивляет. По такой цене в обычном магазине такой роскошный дизайнерский костюм «Сказочный цветок» вы не найдете. Вы найдете его на телеканале «Shop and Show». И вообще, это палочка-выручалочка, его можно и дома носить, и на улицу в нем выйти. Ты знаешь, он абсолютно универсален. Можно использовать в качестве домашнего вида одежды, можно его распарить, носить по отдельности с джинсами, с юбками, с любыми футболками, свитерами, чувствовать себя максимально комфортно. Это идеальное решение в самолет, на поезд, куда-нибудь в дорогу взять, на дачу отправиться. То есть он настолько комфортен, легок, приятен и при этом практичен, что вы получаете просто потрясающее предложение. Я с тобой абсолютно согласна. Это восторг и внимание. Цвет хаки заканчивается уже буквально сейчас. Еще пару размеров мы найдем для вас. Да, главное дозвониться. Очереди на линиях, но вы звоните. Обязательно для вас найдем парочку размеров. Осталась минутка, 52 секунды, если быть точной, чтобы вы успели дозвониться. Посмотрите, изящный дизайнерский костюм. Вы в нем звезда, вы неотразимы, вы безупречны. Какая посадка! Я не перестаю просто восхищаться. Кстати, про посадку. Ты обратила внимание, что даже я со своим типом фигуры яблока тут свое яблоко потеряла, потому что свободный крой подчеркивает грудь, а все нюансы скрывает. Тоже хороший бонус. И, друзья, это уникальное предложение. Изящный костюм «Сказочный цветок», который сделает вас неотразимой. Ваш домашний образ, и не только домашний, будет безупречным. Это хлопок в составе. Приятный, нежные, осязательные, тактильные ощущения и, конечно, идеальная посадка.